А сейчас информация для водителей. С завтрашнего дня меняется схема работы некоторых выделенных полос. На партизана Железняка и проспекте Металлургов от партизана Железняка до Тельмана выделенка будет работать только в будние дни. А участок полосы для общественного транспорта на Карла Маркса от Перенсона до Винбаума ликвидируют полностью. Тоже с завтрашнего дня.